Всем привет. Мы находимся в мечети, которую строили 7 лет. Это единственное, что я знаю. На втором этаже находятся девушки, можете снять их. Санечка, ты тут? Я тут. И я тут. Как тебя сюда пустили вообще? Что, футболка есть еще классная? А трусы не нефры, брат. Обычная, брат. А трусы не... Вот это со мной поедет в Дмитровку, блядь. Я вам отвечаю, да. И это тоже. И это копи, блядь. Со мной. Чисто вечно приехала в город. Как ты купаешь нормальные типы в 5 зон сюда в отеле? Кто назвал? Группа подростков из России, приехавших в Чечню в качестве туристов, ругаются матом в мечети, ведут себя неподобающе вульгарно, демонстрируют нижнее белье в мечети, посягают на честь прихожанок мечети и снимают все это на видео. Налицо факт осквернения мечети. Кадыровская пропаганда и официальная власть пока молчит. Напомним, в 2015 году кадыровцы жестоко наказали чеченских юношей, которые осквернили зиярат. Эти чеченские парни были преданы всеобщему публичному порицанию, коллективным проклятиям, пыткам и тюремным срокам. Их обвинили в осквернении святыни. Все это активно освещалось по местному телевидению. А придется ли туристам из России также стать лицом к лицу с жителями региона, чувства которых они задели своим чудовищным поступком? Или тут все не так однозначно? Или строгость проявляется только по отношению к чеченцам?